Новейшая российская разработка – крылатая ракета «Циркон». Это не что иное, как американская гиперзвуковая крылатая ракета x 51 а «Вайфрайдер». Воровали. Воруем и воровать будем. Так выглядит лозунг российского оборонпрома, который подложит очередную жабу своему руководству, презентовав под видом «Убийца американских авианосцев крылатую ракету «Циркон», которая на самом деле является американской разработкой. Не верите? Найдите 10 различий. Вот американская разработка. А вот российская разводка. По всем признакам Путин больше не переживает за отношения с цивилизованным миром. Ему куда важнее рассказать своим рабам, что у них есть огромная палка-дубинка и они ее отметили от любого,